если я вот так вот показываю перед пистолетом, да, я там подниму то, что она как бы руку она разворачивается, смотри, как разворачивается резко. Ну не резко, просто разворачивается. То, что руку отбивает, ну, люлей навешен. А как ты руку-то там, если меня держишь? А ты сильная. А никто не держит тебя, тебе еще держит вот так вот, говорит, так придержит, еще ничего не сделает тебе. Ну, вообще там по фильму видел, он подходил с наручника, она в этот момент ему руку заломала. Видел один раз. Ну, в общем, в этот момент. То есть руку отбиваешь, то одному нафигариваешь. Вот. Да, подбить. Давай раскрязись. Я просто вспоминал, но вот так делал. Когда она ударила, он делал тут трек, и в этот момент я его сейчас смотрю. У нее здесь загадок. Никого не должно быть вокруг. Потому что вычисли, когда он стоит, то есть как он заменит там увеличение, никого не было. Страшно было совсем это сделать. Сейчас снимаем самое здесь. Что? Смотрим. Ну так, вернулись. Ага. Есть. Итак, какая драка? Драка то, что... Один подходит, разворачивает, она отбивает, бьет, он говорит, замирает, да. Вокруг тебя дрррррррр, а пур. Как ты это сделаешь? Он сделает сейчас. Без какого-то приема. А, то есть мы просто останавливаем? Да. Зачем нам тут таблетка, по-твоему? Чтобы она тут сидела? Нет. Чтобы она стояла. Единственное, только свет это по кругу весело. Я хотел, чтобы другой вот так вот шел со светом. Сзади. Сзади меня? Да. Давай, кто тут будет у нас. Вот с этим. Так, подожди, если ты к ней виску, значит я за ним со светом иду. С вот этим? А остальные свет. Врубай наш. Пока еще. Создадим глубину в кадре. Ты слово его выручил. Да я все. Врубай остальные. Врубай! Надо убрать, чтобы она не мешалась, чтобы она цепилась. Просто на пол. На пол. Нет, вот прям вот эту стену. Я думаю, что нет. Очень даже. Нет. Это освещение, она не может быть горячей. Сейчас это будет. Сейчас сразу, сейчас? Нет, поворачивайся. Убей, не валяй, как дай, не валяй, как дай. Пойди сюда. Смотри. Смотри, что будет. Начинаешь мне вот так вот держит, да? После этого... Ну, ты такой пол, и ты тут же должен повернуться. Медленно это сделать? Нет. Как надо? Надо на хук сделать? Точнее, перкут? Она вообще, по-моему, проткнулась частью так вот, пальцем. Да ничего она не протыкала, она его сломала руку. Руку? Да. Она ему руку сломала, она начала взламывать, она его сломала, и в него начали стрелять. Сразу не будем так делать. Я и говорю, что не надо. Я говорю, то, что нужно просто сделать, то, что момент она резко разворачивается. Надо за счет разворота вот этот, руку разворачивать и делать удар вот так вот. Он подлетает, в этот момент уже забирает. Да, ну почему нет? И сумму еще. Так, ну, чего, пожалуйста, ты не можешь?
пришло к тебе сейчас. Так как бы Зохан, помнишь, как ти-ти-ти-ти ногами как появляется в кадре? Все. Я пытаюсь что-то сделать. Все встали на свои места. Да как она делает это? Ты хоть знаешь, как это? Пошли места? Нет. Ну вот видишь, как она будет делать. Привет. Еще раз, еще раз. Так, держишь? Этого достаточно? Да. Все, отлично. Как ты делаешь? Сможешь повторить его, да? Давай, я покажу. Ну. А он не там был? Да, да. Вот, в этот момент. Отлично. Вот именно так я делал, так, чтобы кепка слетела. Вот так и надо. А я могу кепку вот так. Блин, это кепку не надо. А ты потом в 3D сам пойдешь, да? Или я с тобой? Я буду. Нет. Я буду крутить. Свалится. Смотри. Она свалится. Я буду крутить, а ты за мной вот так идешь. Хорошо, давай мы уберем штатив. Блин, у меня идея с кепкой. Я сфотографирую вот так и оставлю здесь как картинка. А как ты ее в 3D потом вернешь? Она будет как картинка, она просто здесь останется и как камера уже не будет здесь. Только не говоришь, что это будет спрайтовая кепка. Спрайтовая кепка. Как-то я буду. Ты представляешь спрайтовый кепка? Как-то я буду, точно. Ну ладно, это может не будет, я шучу. Возможно. Это будет объяснить. Я потом сейчас придумаю, помочь мне это делать. Короче, за мной вот так ходишь, когда она замрет, и все. Так сейчас мы начали с ним вот это. Да, вот это если замереть. В тот момент, когда ты последний удар наносишь, вот так вот, а ты замерзшь вот так. Нет, не так. Она прыгает. Она прыгает, а потом замирает. А куда прыгает? А что сейчас потом будет? Вот что подтвердит. Ты вот этот удар сделай, и он прыгает. Просто прыгает. А с руками что? Да, с руками. Все, вот так. И все. Да. Так повыше. Сейчас бы снял лучше. Ты знаешь, что Лиза делает с мимофильмами? Я знаю. Она денег больше сгребет. Она денег больше сгребет. Она конкурента подаст на Лизе. Раньше у нас смонтирует хорошо. Да, с учетом, что мы раз в неделю собираемся, то да. Будет, конечно, холода, который заехал. И времени не надо. После 2 часов дня. И камера не попроще, если не будет так тормозить на компьютере. Поэтому у меня все преимущества. Вот это штататив мой. Штататив? Зачем? Нельзя. Осторожнее, никого там не спали. Да, и нам... Я всех вас и так вижу. Поменьше сделай все. Полегче. Посильнее. Снова. Слабее. Вот. Сильнее. Вот. Куда выберем жвачку? Вот сюда поставим. Побей нужен? Нет. Туда можно положить. И туда. Какой ты рыжий светочек? Да, куда угодно. Да, это можно, 2000 да? Кельвина. Киловатт, а не Кельвин. Я теплоту света. Маша, твой ролик сказал. Все, давай драться. Но. У меня на камере 12 минут есть пока. Это чего? Батарейки. Так что давай. Лиза спряталась? Точно спряталась, Лиза? Лиза, тебя видно. Лиз, отойди оттуда. Забей, забей, ты сможешь забей. Лиза, забей, две видно. Лиз, не можешь просто, пожалуйста. Лиз, иди к нам. Господи. Иди к нам, а нас снимает. Да, хоть и свет не снимает. Я с тобой иду сейчас кручусь. Что там 3D-камеру сделать? Все, давай. Ну как бы. А ты даже не знаю. Что, неправильно? Все правильно. Все отлично. Вообще просто шанец. Уже не важно, ты его так не понимаешь. Слушайте, ну я же не больно бью, правильно? Ну все, тогда перестань смеяться в таком случае. Прикольно. Так, у нас для того вставать на эту хрень теперь. Ага.
с этого ракурса, типа. Не, все болит. Последний удар с этого ракурса. А, спина болит, плечи болят. Тогда еще раз все то же самое. И прыгать. И на этот раз прыгни. А, башка тоже болит. Где я теперь стою? Где я теперь стою? Так же свет. Так? Да. Поехали. Молодец. Все непонятно, как это. Нет, по-моему, нормально она. Я бы еще поменял. Я просто плюю сейчас этим. Очень мило. Удар нормальный был? Да. Да, последний удар. Да посмотрите сами, что вы. Я прыгнула уже. Да, да, я об этом говорю, что ты прыгнула. Смотрите. Смотри, за удар. И вот этот прыжок ее. Вот это главное. Ух ты. А теперь там Тиберыч. Теперь 3D. Вставай. И на одной ноге надо стоять, представляешь? Ты же столько стоишь. Ты мастер кунг-фу. Слушай, я должен прилететь в эту сторону, прямо туда. И сейчас я пропишу право. Ты будешь мастером кунг-фу. Опа, опа, зачем кто сделал? Кто что сделал? Я ничего не вижу вообще. Ты контролируешь. Я ничего не делаю. Нет, наверное, это Женя что сделал. Секунду, ничего не вижу, правда. Женю, понимаешь, мне так ничего не получится. Ау, что случилось? Ой. Короче, дверь должна быть закрыта после этого. Я не понимаю, наш цвет гаснет почему-то. Почему у вас гаснет цвет? Души не знаем. Ты можешь только за ним ходить. В ту комнату нужно идти. Там видно. Нет, вот туда, за угол.
Там все равно видно, потому что камера когда покоится вот здесь, вот в этот момент, она будет видна. Она не будет видна, она если там за стеной будет, то не будет видна. Если она не будет снимать. Она не будет вообще снимать, потому что ей, она не может быть вообще присутствовать здесь. Лиз, должна спрятаться вон там. Спрятаться и не снимать. Что-то. Нет, так не надо делать. Потому что тебя будет видно дальше. Нет, мне нужно. У нас есть камера. Лиз, ну правда, ну у нас всем пожалуйста. Ну а одну сцену там можно пропустить. А мы это? Да. Ну, да. Так понять надо. Так понять надо. Даже не надо ее. Просто я очень волнуюсь, потому что я это не увижу. Да, да, это круг полный. Что мне делать? Давай полный круг, что делать? Когда я вот туда подойду. Смотри, я вот так поднимаю камеру. Ты меня вот не Ой, как только я камеру поднимаю. Ты меня сейчас с тобой следить? Ну как бы я скажу, когда видел. В общем, я скажу. Ну скажи. Чуть-чуть сюда, что я туда хотел. Но я не буду взять в эту камеру потом. Да. Другой следующий камера. Далекий или какой-то еще. Все, готово? Как у меня? Уже с понятной какой стоит. Я шапка слетел, да. Почему не видел? Ты туда выпрыгнешься. Я не понял. Как бы она из меня отпадает, когда она... Больше тут эффект, когда ты меня как будто от стенки отбрасывал. Я же на корточках был, правильно? Да. Я говорю, она со стула сейчас спрыгнет, как бы в кадр попадет, а ты в этом... А когда будет прыгнет еще? Нет. Это уже конец полета. А, то есть... А, хорошо, я понял, да. Свет, ну, надо вперед, надо спрыгнуть. Я еще... Да. Свет мощнее даже? Отсюда сейчас прыгнешь. Вниз. Отсюда на пол. Свет вот так вот, как обычно прыгаешь. Ну, просто мне твои ноги понадобятся. Ладно. Покажи, куда ты приземлишься. Жень, покажи. По-моему, она задевается на кабель. Вот так. Сюда что ли? Да. Где крестик уже? Где крестик? Жень, давай 5 минут. Каких 5 минут? Батарейки. Так. Камера, по-моему, тебе нужна. Не сильно? Мотор. Охуеть. Это мне понравилось. Вообще просто мега. Ну там плохо.